Вот песня, которую я вообще не понимаю, что я написал. И у меня была книга когда-то «Легенды Северной Америки». Там всякие ковбойские истории, сказки про индейцев, там всякие. Ну, действительно, фольклор собран такой очень качественный, перевод хороший. Вот я ее прочитал, написал такую песню. У нее есть эпиграф. «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Песня называется «Случай в Техасе». Если б кто бывал хоть раз в Грейм-Ривер, штат Техас, то услыхал про то, что там когда-то жил не буржуй, не пролетарий, а ковбой, и добрый парень, славный парень по прозванию Черный Билл. За лихие шутки били, в Грейм-Ривер все любили, и от хохота держались за штаны. Когда он, покинув ранчо, обленившихся команчей, гнал пинками на тропу большой войны. Как-то утром с позаранку, усмиряя трех мустангов, папироску он задумчиво курил. Но задумчиво курил. Но увидел вдруг, как мимо шла племянница шерифа, и в седле не удержался Черный Билл. Джейн была одета ярко, ножки Джейн длиннее ярда, так что, в общем, справедливо не всегда. Поговорка, что ковбоя, как и, впрочем, нас с тобой, ничто не может в жизни выбить из седла. Все бы было шито-крыто, и никто б не понял вида, ни за что беднягу била не меня. Но один заезжий янки, как в театре на Таганке, закричал: «Позор, ковбой упал с коня!» Это был нью-йоркский фраер, он, не зная местных правил, хохотал, чем подавал дурной пример. Билли выхватил мгновенно, что болталось до колена, это был шестизарядный револьвер. Все шарахнулись от Билла, но улыбка озарила нецелованные Биллавы уста. И сказал негромко парень, что, мол, явно утром в баре были лишними последние полста. Все вздохнули с облегчением, улыбнулась Биллу Дженни, и поцелуй посла воздушный невзначай. Ну а фраера привычно линчевали, как обычно, и ковбои с той поры пьют только чай. Такой фантастический немножко у него конец.